Какого хера? Лол, мне звонил кто-то. Алло, да. В смысле, отжог? О, господи. Нас вдвоят. Давайте, бежи, приди! Домой, сука, покебол. Ща! Обманываю. Ебать, флешки дают. Они плотные? Что ты будет такой? Чекай, я флешку, флешку. На опыте, флешечку. Флешку подгоняю. Ах, расстрел. Убил? Не-не-не, стреляюсь. Опа, ней. О, убил! Красавчик, давай снова. Второго тоже убил, видал? Это, сука, суприм. Красавчик. Что начали пишут? Это твой друг, ты как лох. Слушай, я не слышали? Вот я тебя сейчас бахам ебу. Адрес диктуй. Он, между прочим, сам бы ходит. Это бля, спасибо. Давай, открывай. Так, давай. Раз, два, три. Он адрес сказал? Нет. Ему повезло. Так, ну тебе... Ой, дей почву! Смотри, сейчас. Маш, иди нам ножик. Давай. Давай, Маш, ты сможешь, я тебе. Раз, два, три, Машенька, открой. Машенька, прими. Раз. Это четвертый. Ебать! Сука! Маша, что ты делаешь? Ебать, Маша, что ты делаешь? Я пошел дать. Пожалуйста. Я в адеквате. Я пошел писать. Здравствуйте, Маша! Здравствуйте! Ну, Машенька, сыт! Я ни капли не пролил! А потом Санёк открыл все твои оставшиеся кейсы. Стоп, чувак, есть у тебя реально какая-то нестыковка. Сань не мог открывать кейсы. Он спал в это время. Подожди. Слушай, а ведь интересно получается. Кто тогда мог открывать кейсы? Ребят, это была такая небольшая нарезочка со стрима, который был через 500 тысяч, на котором мы изрядно подпраздновали это число. Даже слишком изрядно. Какой этот фон? Ну, прикольный фон, да? То есть? Прям мужской. Еще раз, ребят, большое вам спасибо за этот праздник. Праздник, который сделали вы мне. Это правда круто. Это, можно сказать, моя вторая днюха в этом году. Потому что, ну, первая прошла, и вторая прошла. И я их обои не помню. Вот так вот. Ладно, ребят, на этом все. Я пошел делать новые ролики, пошел радовать вас. А вам удачи в контре, в доте, в любых других играх и, конечно же, в жизни. А я с вами прощаюсь. Удачи, пока!